1 декабря этого года пенсионные накопления граждан в Едином накопительном пенсионном фонде достигли 13 триллионов тенге. Объемы пенсионных взносов увеличились по всем направлениям. По обязательным пенсионным взносам за 11 месяцев этого года поступило 1,1 триллиона тенге, или 24%. Что касается обязательных профессиональных пенсионных взносов, то по ним за тот же период поступило 50,4 миллиарда тенге. Кроме этого, наблюдается и большой рост объема добровольных пенсионных взносов за этот год до 660 миллионов тенге, или 38%. Стоит отметить, что пенсионные накопления казахстанцев увеличиваются, несмотря на изъятие части накоплений на покупку жилья и улучшение здоровья. Пенсионные накопления растут благодаря двум факторам. Первый – увеличение объема взносов вкладчиков в пенсионный фонд, второй – инвестиционный доход. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года до 1 декабря составил 1,38 триллиона тенге, достигнув абсолютного рекорда. За год темп прироста суммы взносов составил 24%, что является максимальным значением за последние три года, говорится в сообщении. На этом у нас все. Подпишись на наши новости, самые интересные видео, а также сотни комментариев казахстанцев в твоей ленте.